Да. Внимание, болото. Ух ты, вот это пули. Давайте в футбол. Ура! Ух ты, а вот и ворота. Ребята, даже здесь про это что-то написано. Подумаешь, мы все равно читать не умеем. Оп. И раз. Два. Пас. Ой-ой-ой. Штрафной! 11-метровый! Ой-ой-ой-ой, лучше ты ударь, у меня нога, понимаешь? Ладно. Можно. Не забьешь, не забьешь, не забьешь, не забьешь. Бей. Эх. Ой. Прыгай назад. Салют. А ты плыви. Я не умею. Ты за это там держись. Возьми себя в руки. Руки заняты. Я пятик держу. Давайте зайчонка спасать. А ну, помогите. Раз, два, взяли. Еще взяли. Где зайчонок? Там вот он, на солнышке сушится. Я не сушусь, я в себя вхожу. Помогите! Мяч! Мяч ему бросьте! Мама! Надо спасать медвежонка! А как мы его спасем? И ничего-то мы и не можем. Жалко медвежонка! А я знаю, кто это! Я знаю, это вот Вася Буслик, вот кто нам поможет спасти медвежонка! Ура! Вася Буслик! Сюда! На помощь! Ай! Ой! А что тут написано? А мы читать не умеем. Вот вы и попали в беду из-за того, что читать не умеете. Здесь написано: внимание, болото. А вы тут играли, да еще в футбол. Вася, а давай тогда с нами в школу играть. Ты будешь учителем, а мы вот учениками. Зачем играть? Мы с вами поедем в страну букварию. А что это такое, страна буквария? А вот поедем и сами все увидите. Это удивительная страна. Thank you.
хотел учиться в школе он. Хвастал я без грамоты, в джунглях царь. И во вторник завтраком съел букварь. А в субботу вечером белый слон заблудился в джунглях, глупый он. Там же указатель у дорог, но прочесть ни слова слон не мог. Добрый знак. Ага, 4. М и А. Наверно, ма. Учатся все дети в мире, набираются ума. Бродит слон растерянно средь лиан. Терпит он насмешки обезьян. Говорит без грамоты, я не царь. А зачем за завтраком съел букварь? Вы слыхали, в Африке белый слон? Первый класс недавно принят он. Больше не валяется слон в песке. Пишет длинным хоботом на доске. 2 + 2. Ага, 4. М и А. Наверно, ма. Учатся все дети в мире, набираются ума. Смотрите, там страна букварья. Ура!